Арест по-голливудски. В США задержана 81-летняя активистка, она же знаменитая актриса Джейн Фонда. В сеть попали кадры, как стражи порядка надели наручники на звезду, устроившую с единомышленниками пикет на ступенях Капитолия, и отвели в полицейский фургон. Однако, как активисты оказались настойчивы, голливудская звезда признала, что вдохновилась шведской 16-летней активисткой Гретой Тунберг и приехала в Вашингтон специально, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за климат. Сегодняшний арест Джейн Фонду не остановил. Она заявила, что намерена возглавлять демонстрации на Капитолийском холме еженедельно.